Ладно, мистер Рисиквелс, здесь же комрад Атомный и Code Combat. Ну что, товарищи, снова возвращаемся в Кодобой, с вами товарищ Атомный, и все тайны равняются нулю, да? У нас будет математика. So we have the math. Вычислить координату x, добавив к координате друга, friend pos x, x координата врага, enemy pos x. Если вам нужна помощь, зайдите в раздел советы. Теперь раздели на 2. So what we need, теперь тоже сделай для, самое для координаты y, двигайся по рассчитанным координатам. So we need to move. Okay, here we move, двигаемся. You move xy, xy. Okay, let's x, давай auto. Auto x, after x equals равно auto y. After y. Equals равно. So what we need to do, что нам нужно сделать, not auto, тип auto. So we need friends pos x, нам нужна позиция друга x. We need add to coordinate of the enemy. Okay, enemy, and divided by 2, и разделенное на 2. So that's divided by 2, вот это разделенное на 2. And the same needs with y, и тоже должно быть с y. Okay, так, ну вроде нормально, let's launch, запускаем. Some weird math, немного странная математика. Some like defending my archer. Я типа своего крестьянина защищаю. Yeah, we're defending archers from the arrows. Мы защищаем этих самых селян от лучников. Interesting. Очень интересная миссия. Now we are in desert. Мы теперь в пустыне. And continue on programming. Продолжаем программировать. So what gonna be next? Что у нас дальше? Паника песчаных яков. Panic of sand yaks. Сидерина стихийного набега песчаных яков. So we need to defend the village from the yaks. Okay. Okay. Build a fence at the red X to block the herd. Спаси деревню. На красном этом самом нужно построить забор. А, нет. Доктор разбросал взрывчатку и пришло паническое бегство яков. Доктор has thrown the demolition charges. Доберись до прохода и перегороди путь забором. Яки побегут по безопасному пути. So we need to block the route with the fence. Кукубья нагате. Кукубья нагате. Фисенс и зерб. Окей. We need to move. Нам нужно двигаться. А here move x y, y герой должен двигаться по x y. Кукуди данс. 39, 24, then next, потом дальше двигаемся. И вы говорите сюда 12, 29, then go move here, теперь сюда 14, 50 у нас будет. And move here. И сюда двигаемся. 38, 51. 38, 51. Build, строим. Build, строим. Fence 38, 51. Строим забор. Okay, let's see. Давайте смотрим. Would I manage to do that in time? Интересно, успею ли это вовремя делать? Stepping stones. Забавные эти самые камешки.
Окей, something wrong, что-то не так. 36, давайте 36, 35, 50. And again, и снова пошли. What they're talking about? О чем они вообще говорят? Hey Mary, these are some funny looking stepping stones. Sure are, but kind of pretty. With that flashing red light. Я не могу пройти их кинув. What's that sound? And it used to be. Что за странный звук? Wait, no. Yaks, not that way. Нет, яки, не в том направлении. Давай, ёж мать. Okay, we managed to save the people that was speaking about some stones. Спасли людей, которые о камнях разговаривали. Not the best conversation topic. Не лучшая тема для разговора. Китгарский чародей. Китгард sorcerer. Вернитесь подземелья Китгард, на этот раз силой функций. We now will use functions in the Китгард. Okay. My blade is yours. Избегай шипов. Собери самоцветы. Collect all the coins. Okay. Помнишь старые добрые времена подземелья Китгард, когда жизни хватало пары простых башмаков? Но сейчас у тебя даже их не будет. Тебе придется накладывать собственные башмаки с помощью функции Move Right, Move Down. Okay, we need some other... Functions, определи свои функции для простого перемещения. Move right, ага, это у нас двигаемся вперед. Определи move down. Move up. So I need to create my own functions. Типа мои собственные функции нужно создать. Like really, серьезно? Why in main? А почему в основной? That should be out of main. Это должно быть вне основной функции. So we need move up, нам нужно движение вверх. Move up. And move down, и двигаемся вниз. Да. Каждая функция должна двигать героя на 12 метров. We need to move 12 meters, 12 метров. So plus 12, тут плюс 12. Y plus 12, Y плюс 12. Y minus 12, здесь Y минус 12. А теперь используй функции. Now move the house functions. Окей. Хорошо. Here we move right, направо move down, вниз. Actually, if we move down, если мы двигаемся вниз, that should be like that. Это вот так вот должно быть. This plus 12, потом плюс 12. Twice, дважды. Move right, направо. Окей. Okay. We've completed the task. Да, выполнили задачу. Cool, like, written down our own functions, move up, move down. Свои собственные функции двигаться вверх и вниз мы написали. I like that, мне это нравилось. Now we can go back there. Мы теперь можем назад в Китгард вернуться, сердце пустыни. Heart of the desert. Огры атакуются не основных направлений. Размести огненные ловушки так, чтобы научить их больше не соваться сюда. We need to put the fire traps the way like the ogres could not repel them. Okay, let's go. Ну пошли. Огры атакуют с диагональных направлений. Сначала правильно находится леврак снизу или сверху, затем слева или справа. Наконец, объединю указанные условия, чтобы построить по нужной отметке огненную ловушку. Okay, we need to build fire trap in a needed position. Слева. Any post X меньше, чем hero post X. Auto is left, hero post X greater than post X. Enemy. Ага, больше ли позиция героя, чем позиция врага по X? Это означает слева, это означает сверху. Справа. Okay, is above, now we need to the right, нам нужно направо. And
and at the bottom, и снизу. Is below, меньше. Below, если меньше. Pause Y greater than pause Y of the enemy. Если позиция врага по Y, как бы меньше позиции, вернее, больше позиции по Y у врага. Now the opposite sign, противоположный знак, is right, направо находится. Построй ловушку Fire Trap на отметке X. Окей, build, строим. With XY, Fire Trap, огненную ловушку. Fire Trap, огненную ловушку. На отметке X. Враг сверху и справа. To the bottom and to the right, here we go. 60-51. 60-51. So, 60-51. 60-51. Если враг справа. If enemy to the right. Okay, we need to check if. Нам нужно условие если. If. Если. This we're doing that. Мы делаем вот это. So we need to check to the right, направо. If is above, если сверху. Above, at. И также у нас есть is right, направо. So here it go, how it goes. Вот так вот у нас идет. Now at the bottom, теперь внизу. Okay, so left is below, снизу, below, and to the left, и налево, left, okay, is below, снизу, and is to the right, и справа. So that's coordinates, это координат 60-17, 60-17. 17, here we go, 17, тут у нас 17, and и 20 и 20. Окей. Okay. Hero build XY, да, вот у нас двигается сюда. So I'm correctly that done. Я сделал так, как и нужно. Okay, good, хорошо. So understood the command properly. Правильно понял, что от меня надо. Let's launch, запускаем. That's cool, это достаточно круто. Like we are here learning how to check the coordinates with hero and the enemy. Нам здесь фактически рассказали, как сопоставлять, как соотносить координаты врагов и героя. И это можно будет использовать потом в дальнейшем. So we can use that in future. And that's really amazing. Это действительно клево. Last enemy, последний враг. They went from all sides, со всех сторон они таки нападали. Be there more enemies, будет ли еще враги? Yeah, looks like one more. Да, еще один. Amazing. Невероятно. Mission complete. Миссия завершена. Next. Следующая задача. Сапер. Minesweeper. Oh. I like that game. Мне нравится эта игра. Проведи группу незадачливых крестьян сквозь коварный каньон, при этом героически разминируй мины. We need to devastate mines and push through the peasants through that canyon. Okay.
Everybody needs to survive, and we need to step on the mines. Deliver all back to Oasis. Всем к Оазисам идти. Угу. Могу ли я лечиться? So, here move. Герой должен двигаться. Hero position. X позиция героя по X. Minus 10, минус 10. Let's check, давай смотрим. Окей, okay, I will push through, я все пройду. Yeah, that was easy, да, была легкая миссия. No difficulty at all, вообще никакой сложности не было. Next, дальше. Застрявший дрюн, stuck in the dunes. Уничтожить хрупких скелетов, чтобы спасти сына старейшины деревни из жутких лап короля скелетов. Уровень создан Кевин Холланд. So we need to kill skeletons to save the son of the like ancient man. We should kill the king of the skeletons. Ну да, короля скелетов убивать даже так. Это сложное опциональное испытание. That's a hard task. Да, скелетов похитила сына старейшего деревни. The horde of skeletons has stolen the son of the. Из жутких лап которого вы должны спасти заложников. Направляйся из города на восток и обыщи дюны. So we need to search dune at the east, okay? Когда убьешь достаточно слуг, то сразишься с самим королем. When I will kill enough enemies, there would be the king itself. Двигайся к крайней правой стороне карты, чтобы обнаружить новые места. Окей, okay, we need to move, нам нужно двигаться. Окей, okay, let's do that in cycle. Давайте в цикле делать, while, пока. Coin, no, not coin, не монетка, like. Hero, герой. Plus X позиции. X plus 10, ну давай плюс 10. And he would be also hero. Ну и тут тоже герой будет. Окей, okay, launch, запускаем. Let's move long way. Давайте длинный путь пойдем. Окей, okay, so I don't care at all, меня это вообще не волнует. Somebody shooting, кто-то стрелял. I cannot walk. Ладно, я не могу пройти. Окей, okay, I need to find enemy, нужно найти врага. Find a hero, find nearest enemy, найти ближайшего врага. If, если. Enemy, если нету врага. So we doing this, мы делаем вот это. Else, иначе. Attack, атакуем. Cannot attack. А я не могу атаковать, like, really, серьезно. I don't have the sword, у меня нету меча. So I need retry, нужно заново постараться. Where is my sword? Где мой меч? Here we go, погнали. Back I have the sword, наконец-то у меня есть меч. I know that, я знаю, attack. Ведомо безжалостным королем скелетов из жутких лап, которого вы должны спасти заложников. Направляйся из города на восток и обыщи дюны.
Окей, that should work. Должно работать теперь. Когда достаточно слуг, то сразишься с самим королем. What's wrong? Что не так? Like this crap. Вот это ерунда. So now it should work. Вот теперь должно работать. Окей. Killed all the enemies, убил всех врагов. And Yaks. И Яков тоже начал валить. Окей, I will kill all Yaks. Всех Яков все равно перебью. I need check whether this skeleton. Нужно проверять, скелет ли это. Okay, so I need to... Else, if иначе... Enemy, враг... As enemy type, enemy... Type и тип врага... Equals, равен... Skeleton, скелет. I think that's correct. Я думаю, это правильно. Close, закрыли. So that would be correct. Будет ли это правильно? No, we'll not attack Yaks. Теперь Яков не будем атаковать. But why I'm glitched? Что я заглючил? Let's try again, давайте еще раз. Maybe that was unlucky, возможно, мне просто не повезло. Continue, продолжаем дальше двигаться. Skeletons died, померли скелеты. What's wrong with the skeleton type? А что не так с типом скелет? Why he's not attacking? А чё он не атакует? Something wrong, что-то не так. Type, ну тип у нас. So, where is the enemy type? Equals, ну, равен skeleton, скелет. Помоги мне, герой. Would that work? Будет ли это работать? No, that's equals. Не, вот именно так и должно быть. First say, давай сперва скажем. Say, сказать. Hero say, пусть герой скажет. Enemy type, тип врага. Like that, вот так вот. Okay, would he say, сможет ли он сказать, or not, или нет. Окей, just let's they else. Ну давай тогда иначе просто скажем. So like that, вот так вот. No, he will attack Yaks, он Яков будет атаковать. Send Yak, песчаный Yak. Brittle skeleton. Ага, не просто скелет, а brittle skeleton. Окей, so, else, if иначе, enemy, враг, as, enemy, type, а тип врага not equals, не равен, send, як, p,
песчаный як. That should work like that. Вот так должно сработать. Давай, Саныч, запускаем. Сэнд як. Ага, песчаный як. Сэнд як. Вмучаем еще. Як. Песчаный як, я понял. So that was an error, вот так вот. Send як, like that, вот так вот. Good, we at least know now the types of the enemies. Наконец-то мы хоть знаем типы врагов. Weird that doesn't type of the skeleton. Жалко, что не определяются вообще типы скелета. And why I'm not continue moving? А чё не продолжают двигаться? Skeleton, скелет. I need to move forward. Нужно дальше вперед двигаться. Where I'm going? Куда я пошел, твою мать? I cannot pass through. Не могу пройти. I don't get it. Я не понимаю. What's going on? Что происходит? Like, okay, I'm now moving again. Я снова двигаюсь куда надо. And just wait. И просто жду. Why am I here? А чё я сюда иду? What's the crap? Да что ж за ерунда происходит? Okay, so let's move. Давайте двигаемся. Like, here we go. Давайте по позиции. 25. Again, погнали. Okay, I'm standing here. Я здесь стою. And move forward. И вперед пошел. I'm not moving forward. Почему я вперед дальше не двигаюсь? I don't get this. Я это не понимаю. Here we go. Ну сюда пошли. Okay, where am I? И где это я? Окей, let the yaks move through. Пусть яки проходят. Now I kill the freaking skeletons. Теперь побиваю долбанных скелетов. And when the yak pass through, когда яки пройдут, I will move somewhere. Я тоже куда-то пойду. Окей, forward, вперед пошли. The crow says something. Кстати, что-то ворон-то говорит. Moving forward, вперед идем. Will that be next mission? Следующая миссия. Forward, вперед пошли. New Yaks, новые яки. And new skeletons, и новые скелеты. Like, really, where I am? А где это я? Балл, что-то у нас начинает здесь торчать. I don't see the battle, я не вижу основной бой. Like, really, серьезно? Where I'm going? А куда я пошел?
Защитите меня. What the crap is going on? Что за ерунда происходит? I cannot win. Я не могу их всех победить. The weirdest battle, самый странный бой. But I'm doing weird stuff, но я делаю очень странные штуки. Also, I can... Here, я сюда могу встать. Okay, till the next episode, ну, думаю, до следующего эпизода. So that's something wrong, что-то неправильное. How I know that he is the enemy? Как я узнаю, что он Skeleton King? Если у нас есть атака короля... Окей. Else if иначе у нас. Else if иначе если... Скелетон... Сандьяк... Скелетон Кинг? Король скелетов? Equal, равен. Скелетон... Кинг? Король скелетов? Скелетон Кинг? We attack... Мы атакуем. We see the enemy type, говорим тип врага, and attack. И атакуем. So that's a new, заново начали. So, итак. We're not moving next, а чё, дальше не двигаемся? Иначе. Oh, here we go, вот так вот нам нужно. Now new, заново пошли. I need to make 30. Нужно, наверное, координаты 30 сделать. Скелетон, скелеты. Continuum, вперед пошли. Falling down, упал. Battle Skeleton. Снова скелеты у нас какие-то. We can use cleave. Нужно использовать этот самый даже рубку. So, if this would not pass, если в этот не пройду, то как бы... да, буду дальше улучшать. I will upgrade the code somehow. Как-то улучшу код. Вот, вперед пошли. What with my health? Что с моим здоровьем? That's real hard task. Да, задача, конечно, сложная. I don't think I can go. Я не думаю, что я смогу пройти. And there goes mines. Вот мины меня подорвали. Окей, хорошо. Another mine, еще одна мина. Еда. I don't think I can kill the boss. Я не думаю, что я смогу убить босса. So, here we go, пошли сюда. Here we go, так. Where we are, где мы? I cannot pass, я не могу против. Okay, where is the main boss? А где основной босс?
I don't see the main boss. А основного босса нету. How that can happen? Как это может произойти? Okay, I guess. Till the next episode. Ну что, думаю, до следа. The ground begins to rumble. Okay, here we go. Вот, пошел. So here it is, the boss. Вот у нас. And I cannot pass through. Я не могу пройти. Till the next episode. До следующего эпизода. Live long and prosper. Живите и процветайте.